на смарт-свою кофе кормят. Моря водохранилище. Я вам не рассказывал, у меня с крепостью Отлив есть такие истории была. Я там нырял, и меня засек патруль. И когда я вернулся, этот джип стоял и меня ждал. Full HD. Игорь сказал все. Он сказал поехать. Только ты потом скорость в 4 раза увеличишь, да. Как будто мы проносим. Да нет проблем. Этот GPS уже не смотрит, он уже нафиг никому никто не нужен. Никто не хочет никуда сворачивать, понимаешь? А, смотри, сингелочек. Вау, какой сингелочек. Это нам туда, что ли? Да, да, ребятки, нам туда, опустите сиденье. А, смотри, какой мы сингелочек, чуть не пропустили. Конечно, да. Я тебе скажу. А? Вот, вот, вот. Тут накормили вообще очень красиво. Вот, бальзам по сердцу. Да. Вот это вот все было в воде. Вот это вот полностью, вся эта лужа была. Это когда было? А это было месяца два назад. Статут обалденный. Лиственный хвойный лес. Все это вместе. Запах потрясающий. И мы в самой гуще этого леса. Незапланированный перерыв. А если уже... Очень вовремя. Что мы там заслужили? Мы еще подъемов и 20% не сделали. Это не важно. Как это? Напугался. Мы 20% не сделали, мы сделали 30%. Знакомьтесь, оператор. Вот. Да, да, ну это не столько оператор, сколько это... Я режиссер и оператор. Я Игоря снимаю, он очень редко в кадр попадает, потому что он снимает фильмы и делает классный фильм. Так, куда... Вот так, видите, в каких мы местах катаемся? Аж дух захватывает. Очередной батончик. Нет, Сима, ты скажи, ты первый круг сейчас за себя или за Марусика? Пока за себя. За Марусика намного лучше катаюсь. Давай газу. Какие красивые виды с горы Шокев. Ну что, опять вверх, что ли? О, Сим, крутой. Прямо или немножко пройдет? Прямо, прямо. Нет? Да. Не-не,
плавание, все, а потом идет сплошной спуск, сплошной спуск до самого-самого низа. По-моему, это идеальный вариант для, для такой... Тяжелый подъемчик. Перерыв. Обрати внимание, по определению перерыв, а не привал. Вот она, знаменитая пушечка на многих наших фотографиях. Трудяга, ветеран, воин. Подготовка коллективной съемки. Пополняем сейчас воду. Чуть-чуть. Тот, кто слышит на звуки на камеру, не подумайте ничего плохого, это все решено. Это вода. Они еще и растянулись за время пользования. Волшебная насечка. Дай мне, пожалуйста, осторожно, чтобы он там не поцарапал. Нет. Мы приходили утром на смену. Первым делом нам говорят, включайте машины. Десятикратный зум тебя стоит. Нет, мало. Мы на банановой плантации. И чудесные, к сожалению, еще неспелые бананы. Привет. Финиш.